Всем привет! У нас особое сюжетное задание, которое повышает фракционный стенд. Называется «Миссия ревнивые соперники». Фракция «Гуристос». Проходить мы будем на паладине. В моем стандартном хайсечном обвесе Т2. Что ж, давайте пробовать. Непись у нас стандартный Гуристос, Кинетик Термал. Ничего нового.
Конечно, жесткие резисты по ему. Но все равно давится. Итак, миссия у нас выполнена, квестовый предмет падает сразу в карго, то есть ничего лутать не надо. И все. Ну, это, по-моему, одна из самых простых миссий на поднятие фрагстенда. Вот, так что, кому интересно, пользуйтесь, смотрите. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!